3 маны осталось, ё-моё. Куда мы потратили? Ну мы сейчас феи, вот тут вот. Spring of Life. Весна жизни. Плюс 150 популяции. Ну, в домине на город. И плюс хэппинес еще. 50 хэппинес особо у нас. У нас хэппинес 293. Мало на 400, но почти половину как бы одолеем. То, что надо. Ну, что же делать? Пускай так пока. А мы заказали дварф. Барда. Дварф копает где-то. Копатель. Ну там можно шлемы делать не по плюс 2, там ниже, но уже так. Не спешу. Можно было 3 шлема, например, сделать. А, зверинбик есть. Абсорб стоит угров. Они присоединились, там 700 абсорб. Забрали мы тут золото. Да, вылезем сюда. Посмотрим, если тут ничего нет, обратно на воду. Ну, обитель предлагает за 700. Ну, тогда мы сможем птичку вызвать. Если там кто-то золото где-то рядом есть, мы еще и золото. Ну это через 3 тура, да, реально мы через 4 только там сможем. И вот эти город открыл нам границы. Протекшн через 4 тура универсальная протекция. Трастинг. Доверительные. Ну плюс 2. 450, то есть плюс 2 чем-то. Вам вообще вассал 97, тогда можно с этого начать, например. Они сограны. Туда. Ну что, доплатили. Возможно, и абсорб бы произошел, но непонятно абсорб. Потому что им строить этот тоже столицу. Ну, не столицу, а имперский дворец там поставить. Тоже барда какие. Ну, героя-то нету. Далековато. Ну, можно в подземелье героя. Куда-то. Это у нас возле столицы находятся эти. Еще две копали. Надо, чтобы освободить их и поставить крепость. Еще сотку стоит. Она поднакачала по 20. Ну, кстати, гринпик можно. Вот тут вот где-то что-то за входом поискать. За входом в подземелье. Йо-йо-йо. А что такие покладистые, они тут бродят морфы. У нас один орком навряд ли их одолеет.
Но вылезти тут некуда. Пусть отплывет. Джо Уильямс произвел барда. Я нашел мораль. Конкрет по плюс 2. Ну по 400, то есть плюс 2 где-то. Бард 50. Ну тут бард и хп поболее. Урон. И производство. А, производство барда. Здесь 80 золота и 10 ман. А эльфийский стоит 100 золота и 20 ман. То есть в 2 раза меньше тут ман. Ну сейчас маны, конечно, не густо. Ну для боя хватит. Голдхелм, да, в подземелье шел. Но не пока, но там Night Vision плюс 2 рейндж. То есть нам есть смысл для подземелья. Плюс 2 рейндж, это нормально, это чтобы меньше бегать, можно с носа увидеть. Бард. Ну эти барды наверх пойдут. Вот он еще за акцепт. Ну сейчас да. Можно темпу прибавить. Плюс 10. Еще 2. Мало. Ну все, все, все надо, но всего, всего что-то нет. Каннинг эскейп — это коварное спасение. Friendly unit. То есть, собственно, и юниты могут в тени скрыться. Но только для атакующего. Ну, то есть, можно там и так сбежать. Для такого-то там фиолета можно зайти. Стрелочки фиолета. Выходились. Domain of Winter. Ну вот это как раз для вот этой огры где живут. Это помогло бы. У нас 60, а у нас только 40. Ну конечно Escape 200. Ну на бы знание еще плюс 20, это там. Там за 2 тура, например. Ну, не особо нам. Дальше. А суккубы, в принципе, то же самое, что барды присоединяют, но цена в 2 раза дороже. Как, ну, как бойцы они покрепче врагов. Но они не стреляют. А те стреляют без пенальти бар. Ну что ты сможешь? Сюда. Вот какой-то нейтральный город. Ну, трохи получилось не так. Ну, вот гном уже начал купать. Ну гном уже. Тут все раскоп, а тут ну есть бывает, что не копает, но рядом какая-то штукенция есть, где он прорыв и потом может дальше рыть. Не ясно. Ну давай. Блин, ну месяц копать нечего, чтоб. Здесь. А здесь что? Вот эти он должен копать, по идее, да?